Ну, кто это у нас тут наконец-то готов? Наконец-то все мы покрасили, все мы установили, все черненькое, карбоновые венглеты. Накладочки тоже привезли, сейчас их Костик поставит. Но я тебя сейчас выгулю, малыш, сейчас. Хочешь холодно? Да, я выкатил, конечно. Я сейчас поеду пить кофе, любоваться закатом. А как дела в качалке, пацаны? Как дела у дрифтеров? Полная пизда, блядь. Че? Земцев сломался, но сейчас починится. Что там с топливным насосом. Да, короче, это отвлек меня от зрения. Так. Мне этот мир абсолютно понятен. И пока вы там преисполняетесь в гранях, я иду любоваться мироздание. Но не забывайте. Что бывает, когда ролисты и кольцевики занимаются дрифтовыми машинами? Пневмодомкраты. Смотрите. Чик. Добрый вечер. Чи-чи-чи. Чи-чи-чи. И все. О. Так, ну а мы тут в святая святых. У Фила в гостях. Фил. Hello. Короче, сейчас нам даст погонять вот на этом тренажере, который тренирует кольцевую езду. Вообще все на стиле. И вот показывает нам. Это у нас Густо? F3 RR. Первая в России. Ну, итальянцы шарят на баяне, как делать технику. Смотри, карбон. Красиво. 165 лошадиных. Ой, 165. А объем какой? Килограмм на 155. Сил. Да. Трехцилиндровая 800-ка. Где еще в локте полежать? Очень круто, я сейчас тоже попробовал, офигенно. Не-не-не, там на 90 в Апексе. А почему? А здесь автомат. Дрифтанул. Тут можно все.